По словам водителя корейского купе, виноват в аварии водитель десятки, который решил пойти на обгон. Однако совершить маневр помешал водитель 14-й, который ехал по крайней правой полосе. На обгон вот так поехать, я говорю. 14 не дала, ну то есть проходить, а он не успел на обгон. Вот здесь уже я ехал. И он вот так, получается, меня и так вот понесло. То есть здесь уже такси, и меня, получается, вот так. В результате десятка сталкивается с Kia Rio, а кореец, в свою очередь, по инерции задевает Hyundai Solaris, который ехал таксист. Такси, получается, ехал слева от меня, и получается, по инерции в такси ударил. Все. То есть я удар почувствовал и понесло сразу машину, и все. От сильного удара Hyundai развернуло на 90 градусов. Сам таксист ударился головой о руль и потерял сознание. Головой ударился. То есть я сразу подошел, он сначала в мутном состоянии был, я его привел в состояние, побил по щекам. Как бы сразу на улицу, на свежий воздух. Медики осмотрели мужчину, от госпитализации водитель отказался. Для автомобилей Kia Rio и Hyundai Solaris пришлось вызывать на место ДТП эвакуатор. Леслана Тыпфа, Игорь Бызов, Эфир 24.